Самые искренние, активные, сильные и дружные люберчане поучаствовали в конкурсе удивительных семей. В творческих номерах им предстояло показать свою уникальность и таланты. Организатором праздника стала Общественная палата округа. Я о многом частенько мечтаю, когда пылесошу и кулинарю, когда собираю по дому игрушки, мою посуду и стряпаю плюшки. Зачитать рэп собственного сочинения, спеть песни о любви, станцевать, сыграть на музыкальных инструментах. Все это под силу участникам шоу «Удивительных семей». Главное условие – талант и статус многодетные. Общее хобби большой семьи у Чеваткиных – народные песни. На конкурсе выступили как профессиональный ансамбль. Сцена для них – дело привычное. У нас 5 детей. Прививаем детям любовь к творчеству, стараемся развивать их со всех сторон. Семья на то и семья, иначе ничего не получится, когда все вместе. От этого все крепче получается. Становится семья, когда они участвуют в таких мероприятиях. А по отдельности очень сложно чего-то добиться, да. Поэтому всех поддерживаем. Творчество на конкурсе объединило 20 самых смелых и талантливых семей. И только 8 лучших встретились в финале. Инициировала шоу «Удивительных семей» многодетная мама Елена Кончели. Образование такое творческое и вообще занятия с детьми дополнительно, конечно, во-первых, это ведь и на интеллект влияет очень сильно напрямую. То есть, может быть, родители сейчас об этом не думают, но в дальнейшем в развитии самооценки и мальчикам, и девочкам очень полезно заниматься как спортом, так и творчеством. Поэтому просто хочется это здесь, в городе, поддерживать. Каждая семья по-своему лучшая. Так решили члены жюри и в награду за участие. Присудили всем одинаковые призы. Организаторы надеются, что шоу станет новой традицией, приуроченной ко Дню матери. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.